Всем привет, на связи Сварливир Го. И сегодня мы поговорим, что добавит на эко-эхо. Берите с собой светильщика и приятного просмотра. Начнем с того, что вернут обычную и редкую живербену. И добавит эпическую ее версию. Новые костюмы в честь эко-эхо и препятствия. И, возможно, новый редкий гублин. А что выйдет на острове Янтаря? Там, я думаю, выйдет кроме эпической живербены, еще и редкий смычакет. Ведь мы его ждем уже как 2 месяца. Уже как-то надоело ждать. Еще не забываем про новые акции, где будут доступны все янтарные монстры и вся огне на ее расширение в честь эко-эхо. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам это видео понравилось, и всем пока.